И тогда надо в это. Покупайте, пожалуйста. Сейчас. Пирожки, булочки. Ну пошли за деньгой. Пакетик, все, куда пошла-то? За деньгой. А? Да ладно, я тебе в долг дам. В деревне в долг даю. Базапись, да? Бабушка, не достанется, иди со щавелем. А это что? Компот там, да? А компот почем? А? Компот почем? А, компот, да не знаю, наверное, там. Садитесь, а, компот. Все, компот просто. Просто так. А, дегустация, пожалуйста, наливайте. Кому? Ну, мне наливай кружечку компота. Да, пирожок, да булочку. Да, сети, да булочку. Да, вкусно было. Так, или пирожок. Пирожок. Пирожок со щавелем. Вот поэтому я берусь. Хочу выбрать, а? Выйти. Мне два пирожка с щавелем. Два пирожка? Да. Пакет вроде почем? Вроде как по-детски. Так, нет, пирожки 20. Вот сдачи-то нету. Ну, будем балакать. Это чаевые. Дядя, не покупай. Ну, пирожка. Компот, пожалуйста. Сало пробуйте. Я жду, когда останется, все не продано. Обычно дешевле продается, когда не продают. Тут вряд ли будет дешевле. Скорее, скорее. А только это самое поставите. Пробуйте. Вот, пожалуйста, вилочки, салфеточки вам. Сало берите, да? Да. Понравится, еще будет. Видишь, что не холодно? Ты что-то оделась такое легкие. Ой, я по-летнему. Ой. Ну вот там вообще. Бабочки наши. Бабочка. Пирожки заказывают. Добрый. А стоит. Подходите. Подходите, пожалуйста. Осип, подходи. Осип, сейчас зарплату не давали, у него денег нет. Щавелем 20, еще себе щавелем. Да, со щавелем. Очень вкусно. Ну, а две? Очень вкусно. Две булочки со щавелем. Сколько вам? Две. Чего вам? Со щавелем. Мам, помнишь, ты ему хотела сделать скидку? Ярмарка. А тебе скидку? Ярмарка, что ли? Да. Ничего себе. Да. Ты смотри, он, может, деньги дал рисованные тебе. Глянь, Андрей. Так. А семь пирожки со щавелем? Да, щавелем. Компотику можете просто бесплатно наливать. Вот. Сальцо можете. А это реклама. Должно быть всегда так. Было бы что-то. Давайте нам. Это чаевые. Дядя, чать, иди покупай. Ну, пирожку. Компот, пожалуйста. Сало пробуйте. Я жду, когда останется, что не продано. Обычно дешевле продается, когда не продается. Тут вряд ли будет дешевле. Скорей, скорей. Сало. Это что? Без дачи? Без дачи. Да. Ну, компотику наливайте. Сало, сало. Это скидка. Это бонус, да? Да, да, да. Да. Наливайте. Так тут это, а здесь идут. Давай я налью. Давай, это бистро. А, бистро, так надо в это. Сало можно сделать это. Пирожки с щавелем. Батюшка, вам сколько пирожков? Да ладно, ладно, пока. А то не будет. Да, уже тут все раскупят. А то тарелка с такой пришел, это уже все. Она пропали. Так, а куда деньги положить? Так, все, доедайте. Больше не пробовать. Вот, на 5 пирожков. Ну-ка, на 5. Хватит? Всех с праздником Вознесения. Это, карточка, можно рассчитаться? Ух ты ж. Это как называется? Божья коровка? Да. А она почем стоит? Виду, что, сервис называется. Божья коровка. Я для пирожков. Пирожков мало. Мы пирожков у Володи просили. Открывают кафе, пирожков мало не хватит. Ну, только от кафе. Здесь там была реклама, чтобы... Так вот сегодня и прошла реклама. Да какая реклама-то? Ну, не хватило больше пирожков, так будет им всегда не на хватает. На следующий год будет. Нет, чай вырастет. Вот так, всего 10 минут, и ты... Три копеечки. Почему сюда? Сюда все. Кафе. Кафе Опарик. Нет, я говорила на питание. У Валентина Устинова. Ну,
Валентина. Вот так же пишут. Тетя Ира отправила, она говорит, отлично. Кошки, офигеть. Скажи, это у нас, скажи, новое кафе, презентация.